Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Костя Чарли, и девиз данного видео – учеба рулит. Конечно, это не особо уникальная идея для создания персонажа. К тому же, кто помнит, у меня на канале было давно подобное видео, где я создавала выпускницу колледжа или школы. Но, наверное, меня просто захлестнула учебная тема, так как я живу рядом со школой. Да и, по сути, это самая прекрасная пора, как писал еще сам Пушкин. Я про осень, конечно же. На основе всего этого мне и пришла в голову идея создать учащегося какого-либо учебного заведения, будь то вуз, колледж, лицей или школа. С созданием моей внешности проблем у меня не возникло. Как вы могли заметить, я весьма быстро его сделала. Ну а вот с выбором причесочки пришлось покопаться. Я планировала сделать ему короткую причесочку и, возможно, с крашенными прядями, но длинные подошли ему лучше, поэтому я так оставила. А вот цвет волос мне хотелось сделать какой-то более оригинальный, но Аня опять побоялась переборщить. Ну и к тому же, так как я сразу подобрала ему одежду, то это и сыграло главную роль в создании его образа. Ну а все это отлично дополнили черные большие очки. Два слова. Книжный червь. Основной наряд выдержан в серо-красной гамме. Из аксессуаров я добавила ему лишь черный клатч. Будем считать, что это мини-портфель, так как пока у меня нет кос-версии портфелей. Но зато в него уместится все самое главное, что нужно студенту на занятиях. Белые листы и ручка. Остальное можно и у других одолжить. Г-г-г. Касательно его гардероба. В целом он скуден, как у любого учащегося его учреждения. Но я постаралась в нее внести небольшую индивидуальность. Так можно заметить, что цвета в основном использованы красный и синий, а точнее их оттенки. Ну и само собой, куда же Аня без основных цветов, черно-белый и серый. Хотя по сути последние вышеупомянутые являются как раз цветами всех учебных заведений, так как они не отвлекают от учебного процесса. Также для меня самой остается загадкой, является ли его повседневный наряд индивидуальным или только частью школьной формы. Ну, скорее всего, действительно он более индивидуальный, а вот его костюм как раз можно назвать школьной формой. Уж очень действительно напоминает, но я сделала все-таки это костюм, а не включала в повседневный. Но при желании вы можете добавить костюм во второй повседневный и создать уже свой вариант костюма, если считаете данный вариант неподходящий в данном пункте. Ну что ж, мои хорошие, скачать тему вы можете по хэштегу Миссина Чарли или Origin ID Миссис Чарли. Высказывайтесь, если нравится, не нравится, ставьте пальцы вверх, если хотите больше подобных видео. Ну а с вами была Костя, снова Миссина Чарли. До скорых встреч. Пока-пока.